Звездные санкции. Украинские певицы Ані Лорак, Таисія Павалі, Регіна Тодоренко і Анна Седокова лишились всіх своїх званий і титулів. За проросійську позицію Володимир Зеленський оставив їх не тільки без госнаград. Президент України заблокував все їх імущество в Україні і не тільки. Що ще потеряли більше ненародні і незаслужені артистки України? Смотрите прямо зараз. Народна артистка України. Заслужена артистка України Ані Лорак. Каролина Куйок, которая давно живет в России и поддерживает политику Владимира Путина, уже незаслуженная артистка, да еще и лишилась всех своих активов в Украине. В украинской столице у нее осталась элитная недвижимость на 400 квадратов стоимостью в 1,5 миллиона долларов. Кроме того, до войны в Киеве у певицы была компания Ані Лорак Продакшн, которая занималась организацией концертов, выпуском песен и видеоклипов. С 2015 года фирма переехала в Россию. Ані Лорак Продакшн приносила украинской артистке в Москве 40 миллионов рублей в год. Но многомиллионный бизнес певицы в России ликвидировали за неуплату налогов. Случилось это через пару дней после того, как Ані Лорак попала в украинский санкционный список. Если бы не юмор, то, конечно, я не понимаю, как это вообще возможно выдержать. На этом неприятности у путинистки не закончились. Ее тур по Европе вызвал волну протестов из-за того, что певица туда подалась выступать под украинским флагом. Организаторы отменили все концерты Лорак, когда узнали, что певица на самом деле поддерживает режим Путина. Регина Тодоренко тоже с первых дней войны стала на сторону врага. А то, что ее сограждан убивают и обворовывают, певицу, кажется, совершенно не волнует. Ведь она с улыбкой расхаживает по красным дорожкам. Молчание – это позиция или это отсутствие позиции? У всех, наверное, по-разному, но, как правило, это позиция. Главное, что украинские санкции на ведущую, по сути, никак не влияют. Государственных званий она и так не имела, а весь свой бизнес она давно строит в России. На российском телевидении Тодоренко зарабатывает более чем 850 тысяч долларов в год. Сейчас 5 миллионов потом тратишь в месяц. Ну, ты знаешь, я для себя чуть-чуть по-другому это трактую. Я трачу эти деньги не потому, что я просто их выбрасываю на ветер. Не на какие-то прихоти. Я даю возможность заработать большому штату людей. Народная артистка Украины Таисія Павалі недостойна называться не только народной, но и в целом украинкой. Давайте, брите, поливайте меня грязью. А я Таисія Павалі. Во время войны против Украины Тая активнее всех развлекает путинистов. Рідна мати моя. Было нелегко, было нелегко. Плакала? Еще как? Да я нарыдалась, я все время плакала. У меня было, знаете, какое чувство? Обиды. Я в своей стране, а мне некомфортно. По-злому, да. За такие концерты Павалі потеряла право на повышенную пенсию и льготы по квартплате в Украине. И даже место на статусном столичном Байковом кладбище ей больше не светит. А вот и ее усадьба в украинской столице, куда певица не попадет в зримом будущем. Как видите, Павалі выстроила хоромы в два крыла. Особняк имеет 3 этажа. А вот еще одна украинка под санкциями, киевлянка Анна Седокова, которую недавно чуть ли не депортировали с России. В России украинка Седокова много лет наживала недвижимость, строила карьеру и устраивала личную жизнь. Однако после начала полномасштабной войны певица срочно сменила место жительства и переехала в Соединенные Штаты. Я не знал ли ты, что в Германии есть целый сосисочный университет, и ты можешь стать магистром сосисочной академии. Аня имеет свой собственный бренд одежды, который начинала создавать в Киеве. Стиль улиц, собственно говоря, который мне хотелось донести и принести, и сделать доступным для многих. Но в последние годы перевела его в Россию, где получала доходы через российский ФОП. Если вы хотите иметь бизнес большой, вы не можете быть мимимишкой. В Москве певица разжилась на 2 квартиры в престижных районах. Привет. Но мы на стройке. У нас продолжается ремонт, и мы уже активно занимаемся. Уже почти закончен грязный ремонт. И какой у меня красивый вид, видите, потрясающий.
и скоро начнется уже чистовые. И хоть в Украине Седоковой как бы нечего терять, но санкции ведь не только блокируют активы. Украинские певицы также не смогут вывести деньги с украинских счетов. Аннулируются все лицензии и договора на их деятельность. В Украине они не смогут купить землю или что-то арендовать.